Можешь не курить. Как ты? Отлично, не стоит беспокоиться. Как? Так, как будто меня только что машина сбила. Знаешь почему? Потому что так оно и есть. Голову не запрокидывай. Кровь в горло пойдет. Подожди. Плотно вставь ноздрю и голову опусти. Сильно не опускай, ровно держи. И вот это вот. Сюда. Эй, спокойно, тихо, тихо. Спокойно, холодная вода. Просто приложи к затылку. Вот так. Ну как ты? Нормально? Не тошнит тебя? Все нормально, видишь? Голова не кружится? Ты у нас врач, что ли? Я не врач. Ну, знаешь, с виду все не так страшно. Самое главное, живой. Руки, ноги целы. Рентген, конечно, сделаем. Так, стоп. Как это не страшно? По мне как будто каток проехался. А ему не страшно. Слушай, успокойся. Давай не будем драматизировать. Я просто хочу сказать, что все могло закончиться значительно хуже. Просто хорошо, что я ехал, не нарушая скорости, поэтому удар был незначительный. Ага, и зебру нарисовали так не кстати. Послушай, я понимаю, что ты злишься. Я сам бы злился. Но согласись, все это произошло непреднамеренно. Это просто какой-то трагический несчастный случай. Несчастный случай? Ни черта это не несчастный случай. Ты меня сбил. Еще бы немного и впаяли бы тебе лет 10. 5. Что 5? 5 лет с лишением прав до 3. Но это не имеет отношения к нашему случаю. Вот оно почему. То-то я смотрю. Костюмчик, галстучек. И выводишь ты так все гладко, будто адвокат какой-то. Я просто пытаюсь взглянуть на ситуацию непредвзято. Ну да, да, я адвокат, и что в этом плохого? Да ничего, наверное. Ну, если спасать жизнь невинным людям и вообще заниматься всякими такими делами. Почему-то мне кажется, что ты ничем таким не занимаешься. Такие, как ты, просто заколачивают деньги. Играют в гольф или что у вас там сейчас модно. Пьют виски. Спят с фотомоделями. И ходят с умным видом, будто все на свете знают. Я боюсь, у тебя несколько поверхностное представление о моей профессии. Да ну. Хорошо. Ну скажи мне, если даже ты этим всем занимаешься, то ради чего ты это делаешь? Ради того, чтобы действительно спасти жизнь человеку? Или ради того, чтобы стать знаменитым адвокатом, чтобы все тебя хлопали по плечу и поздравляли, когда ты выиграешь очередной процесс? Это моя работа. Я людей защищаю. Старая песня. Да, алло. Да нет, все нормально. Слушай, мне не очень удобно сейчас говорить. Давай попозже позвоним. Да нет, ну правда все нормально. Я понял. Ну давай, я приеду в офис, надо тебе. Ну все, хорошо. Ну все, пока. Ну хорошо. Ты-то чего хочешь? Я? А ты чего хочешь? Сделать вид, что ничего не случилось? Старик. Нет? Нет. Нет. Может, все-таки да? Послушай меня внимательно. Я признаю, что совершил ошибку.
готов возместить ущерб. И моральный, и материальный. Правда? Вообще, в целом улучшит твое финансовое положение. Поверь мне, это достаточно щедрое предложение. От этого все выиграют. И ты выиграешь, и я выиграю. Понятно. Выигрывают. Положение, ущерб. Главное, готов. Тогда еще признаешь? Готов признаться, так получается? Или что, думал, до больнички довез, денег стучил, и все, поминай, как звали. Дружище, пойми, я не собирался исчезать. Я тебе сказал, и в больнице все сделаю, что нужно, и после больницы. Зачем после? Давай прямо сейчас. Открывай кошелек. Сколько у тебя жизнь стоит по твоим адвокатским? Давай не будем обобщать. Во-первых, твоей жизни ничего не угрожает. Да, все, что могло угрожать, ты уже сделал. А во-вторых, отвлекся я всего лишь на мгновение. Если бы ты внимательнее смотрел, все, я уже виноват. Приходил. Слушай, а давай мы прямо сейчас ментов вызовем и решим, кто Дружище, из нас по каким сторонам должен смотреть. Давай мы сами решим этот конфликт. Блин, да что, в голове у тебя конфликт, здесь все просто и понятно. Набираем номер и ждем. Добрый день. У вас все в порядке? Да. Могу явить ваши документы? Да, конечно. Простой вопрос. Господин полицейский, что лучше, если сбил человека? Сразу отвезти его в больницу или сидеть и дожидаться вас? Скажите, я что-нибудь нарушил? Вы остановились в неположенном месте. Да, мне нужно было закончить разговор. Я не хотел нарушать. Угу. Пристегнуться не забудьте. Счастливого пути. И вам тоже. Вот. Книжки умные читаешь, ничему не учишься. Например? Например, тому, что все тайное когда-нибудь становится явным. Твой мальчуган? Просто закладка. Да? Похож. А если не становится? Если некому это тайно раскрыть? Нет ни свидетелей, ни доказательств. А вот это все? Да все что угодно. Вследствие неудачной встречи в темном переулке, например. И подумай, подумай. Мое предложение пока еще в силе. Наш корреспондент сообщает об ужасной трагедии. О, про нас говорят. Водитель, совершивший наезд, скрылся с места происшествия. По сведениям немногочисленных очевидцев, которых нам удалось опросить, произошло... Уникальное событие! Каждому, кто позвонит в течение следующих 10 минут... Будет даровано прощение. Покайтесь.
Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. Да, я нарушил. Ну что мне теперь, в тюрьму садиться, что ли? Да, в последний момент ты мог бы нырнуть в столб. Да с какой это стати вдруг? Это был бы смелый поступок, но таких, как ты, на него не способны. Я сказал вам, выйдите из машины. Интересно будет посмотреть, как ты будешь оправдываться в суде. Здесь у тебя хорошо получалось. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, будет использовано против вас да в суде. Бросьте, вы имеете право на юридическую помощь. Знает. Имеете право на уведомление близких и родственников о факте задержания. Какие у него близкие? Вам ясны ваши права? К родителям не ездит, сына не признает. Заткнись, что ты об этом знаешь? Я вам напоминаю, что оскорбление сотрудников полиции при задержании также попадает под действие Уголовного кодекса. Рот закрой! Вы что, не понимаете? Я же ему говорю, не вам! Мне кажется, веди его. Почему я тебя не замечаю? Наверное, потому что тот паренек, из-за которого тебя арестуют, лежит сейчас в черном целлофане. В каком еще целлофане? Не понимаешь? Не хочешь понять? Конфликт. А ты чего хочешь? Сделать вид, что ничего не случилось? Сколько у тебя жизнь стоит по твоим адвокатским меркам? Ты сам признаешь свою вину? Что ты нарушил правила, сбил человека? Что только ты в этом виноват, и никто другой? Только что машину сбила. Знаешь почему? Потому что так оно и есть. Как его звали? Кого? Того парня. Не знаю. Нам не передали. Егор. Его звали Егор. У тебя кровь идет. Не волнуйся. Я одного теперь тебя не оставлю. Нам с тобой теперь по пути.